Несмотря на похолодание, спасатели вместе с полицейскими вышли сегодня искать нарушителей, которые выходят на лед в запрещенных местах. В этот раз рейд прошел на Абаканской протоке. Как говорят сотрудники МЧС, такие проверки устраивают регулярно. В самых популярных и опасных для рыбаков местах даже стоят запрещающие знаки. Однако любители удить рыбу все равно правила нарушают. Только в прошлом году под лед ушли больше 20 человек. И хотя в этом пока ни одного не ушло, спасатели все равно напоминают. За нарушение правил безопасности грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Кроме того, сегодня рыбакам раздавали памятки, как вести себя в экстремальных ситуациях, и напоминали, как обезопасить себя во время рыбалки. Внимание на толщину льда, естественно, на промойны, которые есть, трещины, которые можно прорвать. Потому что лед обманчивый, сейчас снегом припорошило, может, трещины от ветра, либо сформировались от других причин, и можно в нем провалиться. Как должен вести себя человек? Во-первых, раскинуть руки, чтобы не провалиться, дать. Попытаться выбраться на лед, сначала закинув одну ногу, потом другую, и перекатываться подальше от провала.